Здорово, чувак. Ну, короче, мы начинаем наш новый выпуск. Чужаковатно переодеться, ё-моё. А ты пой, пой пока. Сейчас я прибавлю тебе немножко. Ещё погодь. Всё, короче, поехали. Короче, мы решили в новом использовать видеочат-рулетка. Правда, у меня почему-то камера подлагивает, а так вроде все нормально. Но она такая, вот этот видеорус-видеочат.ру, он более популярный, и сейчас мы узнаем, не знаю, почему так лагает вроде. Все должно быть... ну ладно, фиг с ним. Это же новый видеочат, все, поехали. Че делаешь? Вообще не понимаю, что происходит. Да, какие-то люди странные в этом видеочате, именно в этом Росвидеочате. Пофиг, поехали дальше. Понятно. Что ж все скикивают-то, ё-моё. Здорово, господи, уйди, ради бога. Здорово! Что ж такое? Здорово! Понятно. Слышь, а ты автомеханик, что ли? Можешь мне тачку подлатать? Вон она там стоит. Семнон. Слышь, ты меня вообще слышишь? Какой-то странный видеочат. Все скикивают. Ладно. Короче. Если вам хочется смотреть именно в этом видеочате, то, пожалуйста, пишите. Всем пока. Я не знаю, почему скикивают в последнее время. Возможно, дело во мне. Возможно, что-нибудь другом. Короче. Напишите свои идеи. Что нужно использовать в следующем видеочате. В общем, все, всем пока.